Всем привет! Сегодня пришел на работу. И как вы думаете, кто нас посетил? Сегодня нас посетил Павел Викторович собственной персоной. Я за год провел полный тест. Я сейчас могу сразу сказать, за что вот тут сразу тебя жарит. Вот так он тут у нас. Когда дядя Паша у нас, он парализует всю работу. Та работа, которая может за минут 15 сделаться, она растягивается в неограниченной. Я останавливаюсь, ставлю на руку сюда. Да, я это делал, да. Но, вот скажем, ты полчаса проехал на руку сюда, и ты, он тебе через 9.30 уже скажет, уже можешь ехать. Понимаешь, потому что он считает для тебя тестом. Так, из траков, которые у меня в шапе, я снял шланги топливные. Вот, очень грязная работа, так как текло. Топливо, все в масле, все в топливе, все в пыли, в грязи. Значит, вот эти шланги. Сейчас покажу, как они выглядят, какие утечки бывают. Значит так, подключаем давление. Берем, проверяем. Вот как по всему периметру у нас утечка, по всему периметру. Этого достаточно, чтобы трак не заводился. Привет. Вот так будем менять шланг. Так, приехали мы в итальянский ресторан. Как настроение? Бона Италия, парло итальяно. Настроение прекрасное. Вот это вообще-то итальянский ресторан, но я его в Риме не видел такого. Итак, сейчас вечер. Дяди Пашин трак в шапе. Заменили масло. Подвели, подрегулировали сцепление. Сейчас идем кофе пить. Сейчас мы будем снимать. Дядя Паша, вот сейчас он будет кофе пить. Привет, короче, Саня вот мне только операцию сделал. Моему служивому. Жить будет. Жить будет, сказал, да. Короче, новости не удручающие, но не обнадеживающие. Ничего, еще немного поездит, потом новый трак будет, я слыхал. Так, вот здесь мы делаем кофеек. Такая машинка. Ставим картридж. Так. У Сани сервис такой. И потом должен напоследок еще попоить кофе. Да, отвезти в ресторан. Отвезти в ресторан. Вот как нужно поступать с клиентами. Все началось с утра. Саня завел клиента в ресторан Olive Garden. Хорошо покормил, расположил сердце, чтобы никуда не убежал. Вот. Дождался до вечера. Поменяли масло, все. Прошприцевали хорошо. Сделали, проверили еще. Прошприцевать это одно, а еще проверить умножить.
то налить кофе же знает, с какой кружки, а? Знает, чтобы Горбачёв угодить специально, так раз, Беларусь. Ну да, там для каждой нации своя кружка. Вот. Выезжает трак из ШАПа, все. Сегодня приехал на работу, меня уже ждал трак с трейлером. Вот трейлер у нас такой. Ну и улетело колесо. Вот такая у нас тут сейчас работенка предстоит. Срезать вот эти подшипники, обоймы, заменить упорный диск. С колодками вместе, вот он у нас уже есть. Вот эта вся музыка должна быть тут установлена, собираться. Но для начала надо снять подшипники, обоймы. И замерить, насколько там у нас все правильно будет, именно посадочные места. Если провернула обойму на оси, то это будет немного забавно. Сегодня может и не уехать. Мы не готовы к этой работе.
В общем, так. Обойма наружная вышла нормально, а внутренняя вращалась на валу. И вот она приварена к оси. Вот. Приварилась. Сбиваем зубилом по кусочку. Ось остается вот такая корявая. Новый подшипник надо, короче, надо реставрировать эту ось. В лучшем варианте это вообще ее срезать и вварить новый кусок этот. Поскольку у меня нету сейчас времени этим заниматься, наверное, этот трак так и уедет отсюда, этот прицеп. Потому что у меня нету возможности это сейчас ремонтировать, реставрировать. Прошло немного времени, и у нас вот такая ось. Тут вот хозяин пришел. Сейчас расскажет, как далеко он ехал и как попал в шаг. Ну что, рассказывай. Все нормально? Job well done. Job well done. Да, вот новые подшипники поставим, новую ступицу. Смазка. Вот этого ведра должно хватить на эту ступицу. Все, вот трак и уехал. На четырех колесах приехал. Три колеса на трейлере было, уехал с четырьмя. Сегодня очередной раз у нас ремонтные работы. Трейлер Vanguard. Есть такая компания с Барняк. И тут производится замена колодок. Колодок на и SKM валы меняем. Значит, у нас подвеска Holland, SAF Holland, и вот у нас вот эта подвеска, невозможно заменить SKM вал, пока не сняли ступицу, хаб. И вот я снял хаб, снял сальник. Вот это снял колечко, которое от сальника осталось. И под колечком увидел вот такие дэмиджи. Вот это кто-то лупашил или зубилом. Вот так работают механики в других шапах. Специально указываю на то, что так делают в других шапах. И еще один момент. Вот у нас колесо, простое колесо. И что мы видим? Мы видим, вот в этом месте зажатое колесо было на перекос. И вот как оно выходит, обрывает кусок диска, снимает стружку. Это из-за того, что тянули только одну гайку. Так делают профессионалы механики. В общем, если вас берет шап, в котором механиков много, то вам приблизительно такую работу сделают, как вот мы видим сейчас на этом трейлере. Вот колесо, простое колесо, и то надо знать, как правильно затянуть.